Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби мод Brutal X. Так, у нас мини-игры. Давай-ка сейчас пройдем. Где? Третья страница. Ага, режим я зомби. Он, по идее, должен быть легким, учитывая, что у нас у зомби теперь есть некие суперспособности. Ладно, в этот раз не повезло. Но ведро там что? Если ведро попадется с... Ну, могила и вряд ли, да? Даже если с могилой попадется, он ничего не сделает. Если зомби попадется с мишенью, то прибудут еще зомби, и это будет весело. Да. А хотя, может, наоборот, будет сложнее. Смотри, он даже доесть не может. 1500 здоровья, один горхострел сносит. Нормально? Давай хотя бы просто посмотрим, сколько он может делать. Ничего. Чтобы понимать, что нам вообще предстоит. Понятно. Даже один орех не может съесть. Ладно, тогда сделаем вот так. Вот так. И вот так. А чё они прыгают вначале? Ну, втроем-то должны съесть быстрее, правильно? Давай. Ладно, допустим, заморозилась. Но урон хотя бы идет по одному, допустим. Это вообще не страшно. Давай, ешь. А, и второго сейчас добьют. О, отлично. Блин, я думал, у того, кого больше здоровья, первым пойдет. Но смотри, сейчас хотя бы прорвали оборону. И на этом хорошо. Ага. Ну, теперь, наверное, можно поставить. Давай так. И давай еще одного. Чтобы передний прикрывал. Давай вот так. Нужно небольшое расстояние все равно держать. Почему? Потому что потом... Потому что если полетит арбуз, сразу двум снесет здоровье. Вот. Полетел арбуз. Конечно, вообще неудачно. Так, я понял. Давай так, так. И так. Все, пускай они пока хавают. А у нас солнышки на других зомби нет. Так, ну сейчас хотя бы арбуз или баскетбольный мяч не полетит. С этой линии будет попроще. Так, хорошо. Только одного зомби снесли. Еще и горохострел поближе стоит. Так что нормально. Но он замораживает. Ты что творишь вообще? Даже если одного зомби успеет снести, второй успеет съесть. Ха-ха, даже так? Ну так даже лучше. Все. Так, допустим, эту линию зачистили. Теперь надо думать, что по другим. Вот четвертая линия меня больше всего смущает. По ней, наверное, надо будет ведро с лестницы пускать, что ли. Ладно, посмотрим. Давай. Нет, подожди. Сейчас давай так. Блядь, не туда! Что такое? Я не туда поставил, прикинь, как так-то? И сразу прилетел арбуз. Это вообще нечестно. Ты чё? Первый же выстрел арбузом. Так, заморозил, хорошо. Если сейчас не должен не умирать. Ай, один умер, но орех успели доесть. Вообще не успели. Да. Так, ну за... Да хорош. Чё так жестко? Так. Опять двоих снял, серьезно? Этот выдержит вообще. Ну, две клетки-то пройти он должен, правильно? Всего две клетки. Фух, прошел, хорошо. Хотя, мне кажется, еще один орешек, и мы бы проиграли. Давай. Ай! Не хватило. Давай так. Так, допустим, хорошо. Так, с лестницей, конечно, тоже проблема будет. Фу, с дымогрибом. Так, но зато солнышек мы накопили достаточно. Я думаю, теперь выиграем. Да, теперь нормально будет. У него даже еще две руки есть. И так. Справился, хорошо. Так, теперь нужно думать, что с этими теперь двумя рядами делать. Так. Так, нужно... Ага, все, отлично. Хорошо.
Надеюсь, хватит теперь солнышек. Так и вот так. Хорошо. Так, арбуз, конечно, было неприятно, но уже 100% выиграли, смотри. Остается только дождаться. Тут же не будет какого-то неожиданного сюрприза, правильно? Да, все нормально, отлично. И есть один мозг и второй. Ну, что-то они так долго идут, вот ускорения тут, конечно, не хватает. Замечательно, кубок. Так, первый уровень есть, осталось еще сколько там, 5 или 6? 6. Ну, один бесконечный режим, так что не считается, считай. Так, ну здесь, по идее, давай поставим сначала так. О-о-о-о! Мне повезло. Все, сейчас на изи выиграем этот уровень. А, ну его не убьют, да? Тарзанки не будет. Обидно, ладно. Бывает. Так, зато солнце накопим и шариком можем пролететь. Зашибись, слушай. Шарик всего лишь за суточку, это идеально. Походу, я шариком тут сейчас все и пройду. Давай сначала похитим магнит, ну потому что магнит, он ведро испортит сразу же. Так, так. Это чисто, чтобы солнышки собрать и все. Хорошо. Так, собрали. Теперь давай, давай шарик тут лети. Шарик тут лети. Нет, подожди, давай тут сначала ведро. Так, хорошо. А чё он пролетел просто? А нахрен тогда тут нужен шарик? Чисто чтобы кактус байтить, но и кактус его быстро снесет. Вот это, конечно, обман. Вот это как делать так можно? Да. Вот это кидалово жесткое, конечно. Так, и два ведра хватит? Хватит, отлично. Вот это, ну, просто... Я в шоке. Ну, хотя 100 солнышек не так много, но я их просрал, и это обидно. Воу, кактус не надо откидывать. Кактус, угомонись. Ешьте быстрее, пока он не откинул. Быстрее. Да, у него же здоровья еще очень много, но справились отлично. Конечно, обман с шариком мне не понравился. Прикол, понимаешь? Брейкол от разработчика. Но мы справились, хорошо. Это ж если с конусом попадется, это ж будет газонокосилка. Но учитывая, какие здесь... Ага, как тут все сделали, скорее всего, косилка раздавит мозг, и мы проиграем. Правильно. Хотя газонокосилка иногда есть цветы, мы это видели неоднократно. Так, допустим. Угу. О, гигантюра есть, но это, во-первых, легко справимся, во-вторых, что? Это самая странная линия, потому что, ну что? Зачем сзади ставить пенек? Когда спереди грохострел. А, ты еще откидывать будешь, да? Я тебя понял. А, тут тот же принцип, стоп. Только сейчас немного по-другому. Вот так. Все, и так мы солнышек наберем необходимое количество. Слышишь? Ты давай поаккуратнее. Стреляй обычным орехом. Давай, хлоп. Ну, мы-то знаем, что сейчас кабачок говном стал. Но все равно справился, падла. Но зато вот так вот делаем, и все. Теперь целую линию сможем зачистить. Угу. Вот сверху, конечно, два пенька в ряд. Это жопа. Ну там гигантюру, наверное, можно пустить и все. Давай съедим пока обычный подсолнух, чтобы солнышек собрать. Угу. Сейчас главное кабачок потратить на... Ага, отлично, потратим. Тоже тупой кабачок. Так, допустим. А зачем стена орех тут вообще стоит? Чтобы что? Угу. Давай все-таки попробуем. О, еще и ядерный взрыв. Хотя, какая разница? Надо было, чтобы гигантюру дали с этим. С вишневой бомбой, чтобы он еще взрывающихся кидал. И прикинь, как бы повезло.
Но это перезапускать надо несколько раз уровень, чтобы он выпал. Не вижу смысла. Так, арбуз, слышишь, арбуз незаконно кидать. Прекрати. Так, хорошо. Подожди, а почему плачет чесночок? Мы ж его вообще не ели. Странно. Так, отлично. Ну, тут, наверное, тоже гигантюр. Да тут, наверное, везде можно гигантюр поставить. Так, только он мозг съест, не? Он его раздавил, но это засчиталось. Хорошо, значит, если газонокосилка попадется, то это будет идеально просто. Ой-ой-ой, кабачок, как страшно. Ахахахаха. Опа, она. Про остановку гигантюра. Это вы что? Это не надо так. Так, гигант, давай побыстрее иди. Раз, два, отлично. Ну и все, выиграли. А кукуруза говно. Оно что в оригинальной игре, что в моде. Бесполезное растение. Так, стоп, ну внизу почти уничтожили гигантюру. Это, конечно, напрягло чуть-чуть. Есть. Раз, и давай второй. Два. Молодец. Осталось четыре. Четыре уровня, и все. Но это легко идет, очень легко. По-моему, это как раз-таки режим «Я зомби, его забой» самый легкий, какие есть. Ну, конечно, если ставите там, выбираете режим какой... О, нет! А этот уровень я вспомнил, в чем подвох. Тут же может с соседних рядов съедать, правильно? С соседних рядов, если съедать будет, это проблемка может настать. Ну, ты бы еще ближе подошел, слышишь? А вы что встали? Ясно. Даже в обычной игре это довольно-таки проблемный уровень. Хотя нет, в обычной это, по-моему, самый... Нет, это проблемный. Почему? Потому что здесь мы теряем слишком много солнышек, понимаешь? Весь ряд мы можем в некоторых уровнях пройти одним зомби, а здесь одним ты не пройдешь. Ты будешь тут постоянно тратить. Так. Вообще, в идеале тут сразу все волны проходить, чтобы когда одного съедят, мы могли его съесть. Вот конкретно этот уровень, он как в шахматах. Так. Так, одного съест, другого съест, а эти двое их съедят. Замечательно, идеально. Ой, так. Так, отлично. Блин, надеюсь, я не слишком поздно запустил. Так, ну главное, чтобы нижние два ряда хотя бы справились. Ой, так. Двух зомби вместе тоже нельзя пускать, иначе они оба на мины наткнутся, понимаешь? Ой-ой-ой, нет, он доел, доел, но тот успел уйти. Так, нет. Зашибись, и зачем ты это сделал? О, нет, если они сейчас будут отрыгивать, это будет очень большая проблема. Подожди, мы можем так и не пройти. Подожди, стой, 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 быстрее, дай. Так, быстрее, так. Быстрее, пока он не проглотил. Ай, ай-яй-яй. Подожди, давай. Успей. Нет, он проглотил. Ну куда ты в одну линию идешь? Так, теперь танцора, я думаю, пригодится. О, нет, если он еще и танцора не в ту сторону поставит, это вообще проблема. Зашибись, минус 2, давай. О, замечательно. В одну линию, давай так. Давай так. Давай так. Нет, доел, ну как так-то? Жопа, походу. Так, заколебали вы, чё? Хотя, подожди. А, ну они вниз пошли, да, здорово. Так еще лучше. О, а это прям подарок. А, нет, не подарок. Сверху-то все равно есть. Давай быстрее, надо, чтобы того тоже съел. И мы тогда сразу два ряда будут просто изичные. Хорошо, вот отлично, просто подарок для нас. Но вторую линию будет тяжело зачистить, потому что там еще есть зубастик. А зубастики на зубастике, это очень плохо. Давай так. Давай так. Подожди, давай так. И давай так. Замечательно, понял, переиграл и уничтожил. Просто как дешев. Давай. Так. Ага, сейчас, смешно, да. Я тебе говорю, тут надо сразу везде ставить. Но если успеет доживать, тогда мы проиграли. Так что тут и на время надо, и на ходы рассчитывать. Вот так. Так.
Ага, да. Ой-ой-ой-ой-ой, я рассчитывал, что снизу съест. Нехорошо. Только быстрее, пока он не проглотил. Нет! Ты что сделал? А как ты съел? Что? Подожди, ты где его взял? Так, ладно. Ешь только быстрее, пожалуйста. Он сейчас проглотит. Успеешь, успеешь, успеешь. Успел. Красавчик просто, а. Так, ну и все. Быстрее, дай. Твою мать. Ну, конечно, куда вы толпой в одну? Ой-ё. Надеюсь, через мозг же они не перепрыгнут. Не перепрыгнут ведь? Не, не перепрыгнут, потому что через этого перепрыгнут. Давай, давай, на одной мине сразу четверо. Давайте, удивите меня. А, трое, да? Но все-таки будут. О, ну так вот хотя бы не обидно. Так хотя бы не обидно, согласись. Так мы как бы не проиграли, а стратегически продумали ходы. Понял? Да я изначально знал, что так будет. Я специально двоих вместе поставил так, чтобы их отрыгнули. Они пошли по другой линии. По этой линии одного съедят, один разминирует, и второй уже съест мозг. Это просто гениальная тактика. Ничего ты не понимаешь. Осталось только три. И то две, а третью так, знаешь, пройдем для приличия. Зайдем пару раз, сольем и все. Просто чтобы засчитали и дали золотой подсолнух. Тупой кабачок. Так, а теперь надо думать. Ой. Кстати, а сейчас шахтер, если модифицированный попадется, то это будет вообще шикарно. Он же съедает прям под землей. Это просто пушка будет. Так, надо давай так. Не знаю, тут горохострелы везде есть. И мы знаем, что тут горохострелы довольно-таки гаденькие по своей натуре. Давай быстрее съедай, чтобы потом кабачок на него прыгнул, и все. И тут, знаешь, проблема в том, что два магнита. Два магнита — это плохо. Один, если мы... Ну все, у тебя жопа. О, да ты еще и тупой. Жаль, что модифицированный конус, падла, заморозил. А, да, ты же долго идти будешь. Но я не удивлюсь, если даже этот конус разнесут. Слушай, я даже не удивлюсь в этом. Да. Так, ну должен же второй конус зайти, правильно? И съесть. Да, отлично. И потом малого отправим, он подешевле. Чтобы тот уже... А, о! Мы можем на ледяную линию ставить, а то я уже напрягся. Да, зачем я это сделал? Подожди, давай сверху. Да как так? Вы задолбали есть орехи так не вовремя. И как смогли два конуса-то снести? Вы что, издеваетесь? Так, ну ледяной конус мне не нравится. Его сейчас добьют просто. Два ледяных конуса в один ряд. Молодцы. Чтобы еще медленнее шли. Ага. Так. Так. Да в целом везде, где нет кабачков, можно по несколько оставить. Зомби нормально. Давай так. Хорошо, допустим, давай поставим... Да, ага, все, понял. Я просто иногда пытаюсь за красную линию случайно поставить. Нельзя так. О, нет. Два ледяных конуса идут вместе, зашибись. Они сейчас на мину наступят, и жопа. Да прекрати ты! Так, орехи есть, чтобы все заледеневали. Ну, зашибись, я рассчитывал, что как-то побыстрее он пройдет. В итоге сейчас и малого, и троих вас накроет. Молодцы. Ну да, я забыл, что кабачок у нас тупой. О, один ледяной конус прошел, как я и планировал. Изичный просто уровень, изичный. Легче не бывает. Да. Кого вы хотели этим напугать? Да ты что, газонокосилка, жаль, ни разу не выпала. Я хотел бы посмотреть, как она тут будет действовать. Угу. Так, давай так. О, нет. О, нет, три стрелы, это плохо. Тут, конечно, жопа. Ну, вот магнит, конечно, тут не всрался. Прокатить. Не уверен, мне кажется, магнит на сколько клеток вообще действует. Если на три, нормально, на четыре много. Против печки хорошо поставить ведро, он быстро съест, но... Ладно, давай другую вариацию попробуем. Ничего не изменилось. Круто. Хотя теперь можно в целом магнит съесть. Не знаю.
Давай так. Да пусть... Нет, подожди, говно. А, то есть плюс-минус тут одинаково. То есть нам разработчик в этом уровне хочет, чтобы мы прошли именно то, что он задумал, да? Тут рандома не будет. Ладно, допустим. Вот так и вот так. Ну и все. А, тут еще и бесплатный гриб не стреляет. Подожди, он стреляет в растение или в нас? Что-то я не понял. Он в нас стреляет или в растение, которое спереди? Ну, по этому магниту. Так, надеюсь, пацаны, вы дойдете. Да быстрее ешь, быстрее. Ладно. Допустим, давайте так. Да как так? Всего один горохострел двойной. И все, и они не могут пройти несколько конусов. Но сейчас хотя бы от магнита избавимся. Замечательно, все. Теперь погнали играть по-серьезному. Так, хорошо. У нас теперь хватает на что угодно, но что угодно нельзя, иначе эти уроды сожрут зубастики наши. Так, допустим. Давай, солнышки, хорошо, он сейчас эту линию очистит, и мы малого запустим. Давай так. А ты чё сзади-то съел? Ты чё издеваешься? Подожди, давай так. Быстрее, 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 быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, беда, беда, ай-яй-яй. Что это? Да или нет? Сумасшедший, да или нет? Ну давай, я не знаю, давай да, сумасшедший. Это что? О, у нас такие уровни в ПВЗ-2 есть, подожди. А в чем смысл их? И что это? Типа вторая попытка или дополнительные солнышки даются? Ай, ну сверху, конечно, жопа. Хотя, справились, ни хрена себе. Ого, звездочки так легко справляются с дверью. Да ничего подобного. Ай-яй-яй, не съел кукурузу, хорошо. Так легко прошли. Охереть. А что это за... Что это вообще было? И что это значит? Это что? Это дополнительные мини-игры или что это вообще? Вот как это понимать надо? Я не уверен, я не помню, звездочка стреляет насквозь всю карту или нет. Я не знаю, сколько у нас тут попыток. Если одна, то считай, я просрал. Но в предыдущей-то вы выиграли чисто звездочками, правильно? А, давай так. Давай так. И давай так. Давай так. Так. Мне же говорили, типа, против сильных зомби хороши будут кукуруза. Ну вот, кукуруза есть. Давай посмотрим. И, наверное, мне стоило ставить горшочки, чтобы кабачки разнести, правильно? Зато звездочки мы точно знаем, что по крыше по всей летят. Против футболистов я просто не знаю, что можно ставить. Не, подожди, это какая-то конкретная мини-игра включилась. Что это? Это что-то другое дали или что? А, ну перезаряжаться сейчас еще будет, твою мать. А я об этом не думал. А вот этого вот я вообще не видел. Откуда он там взялся на второй линии? Что это за уровни вообще такие? Нам опять какие-то рандомные уровни дают. Не, подожди. Я ж не это начинал. А тут заново, охренительно. Почему мне посреди уровня что-то предложили, еще и что-то не на понятном языке, из набора букв? А теперь у нас зашибись. Твою мать.
Да какого хера ты его сожрал заново? Ну что за бред, а? Заново. Блять, что за бредятина, а? Ну что делает этот бесплатный гриб? А, он ничего, он просто стреляет, но нам пишут ноль солнышек. И что? Хера ли он делает вообще? Ну сейчас вообще нажимаю, ничего не делает. То есть он что, реально стреляет по нашим зомби или что? Да, нормально. Так, теперь ведром. Главное не ошибиться, где пройтись можно. Так, нет, давай-ка выберем шахтера. Давай тут будет ехать. Ну, я надеюсь, что прокатит, потому что какого-то хрена еще сзади начинают съедать шахтеров. Почему? Хотя тройной горохострел может тут подгадить, но я надеюсь, он выдержит удар. Бред какой-то. Давай похитим тройной... Хотя, подожди, не, сейчас... Давай чуть-чуть дойдет, потом мы сейчас его поставим и его съедят. Все, отлично, потому что сейчас... Шахтера, если по нему... Ага, урон будет идти, сейчас его еще кабачок сверху напрыгнет и все. Так, давай похищать чуть-чуть быстрее, потому что по нему тоже как бы урон идет. Быстрее, быстрее, быстрее. Отлично, все. И кабачок, надеюсь, мы потратим. Так, потом подсолнух съест, и у нас будет дополнительное. Давай так. Хорошо, все, замечательно. Так, подсолнухов очень мало у нас тут. Нет, нет, я больше этого начинать не буду, нет. Хватит, я два раза лоханулся, а третий раз я на это не поведусь. Мы и так почти выиграли. Я так понимаю, нам нужно суперсложный уровень. Начать выигрывать, чтобы нам предложили вот эту фигню. Но третий раз я ее начинать не буду, нет. Может, это какая-то суперсекретная мини-игра, но нет. Хватит. Задолбали. Так, и звездочка уже бесит. Так, два ведра, хоть и покалеченные, но должны же дойти. Правильно, всего один горхострел остался. А звездочка никак не может уняться. Правильно, уняться же. Давай... Да, ага, сейчас звездочка опять подгадит. Нельзя малого там ставить. Давай так. Успею, 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 успею. Успел, отлично. А там на мини все равно их потратим и все. Замечательно, да, так прокатит. Ты прекратишь стрелять, никого тут уже нет. Ай, бесячая звездочка. Но как нам надо будет большой орех? Большой орех, судя по всему, надо будет лестницей. Там посмотрим. Да, нет, подожди, давай так. Давай так. Давай так. И... Давай так. Так, у нас солнышек не хватает. Но двойной горхострел не должен же справиться с двумя ведрами, правильно? Я надеюсь. Так, а вот теперь самое сложное. Ну давай... Попробуем так, не знаю. И ведро. Опа, сейчас убьют ведро с прицелом. Сейчас должно что-то быть. Тарзанки, тарзанки. Где тарзанки? Что за кидалово? У нас ни разу не было газонокосилки, не было тарзанок. Какого хрена? Я для чего их ставлю? Вот это, конечно, кидалово. Я тебе говорю, с футболистами я не знаю, как справляться. Они слишком сильные. Это дисбалансные зомби. Я очень много мини-игр не могу сейчас пройти только из-за этих уродов. Я не знаю, может, ты знаешь какое-то уникальное крутое растение, которое по нему больше урона идет. Но я не могу их пройти. Так, отлично, бесконечный режим. Чего, опять то же самое? Вы что, издеваетесь? Бесконечный режим начинается с того, что нам жопу будет рвать. Ладно, давай потратим. Просто, чтобы засчиталось, что мы типа прошли и все. Угу.
Замечательно. Все. Для золотого кубка и для золотого подсолнуха это достаточно, правильно? Нет, не засчитали, а. То есть надо хотя бы пройти один. Ладно. О, ну сейчас по-другому хотя бы. Так, ну тут опять... Вонючий магнит. Ай, давай так попробуем. Хотя бы солнышек накопим. Куда два огненных в один ряд? Ты что делаешь? Так, ну сейчас хотя бы хватит, чтобы похитить. Ага. И хватит еще и на ведро примерно, да? Ведро, наверное, можно забрать на третьем ряду. Пальмочка, конечно, долго будет есть, но если он съест, то там очень много подсолнухов. Не уверен, еще 3 стрел будет мешать. Давай... Да, наверное, так будет идеально. Так, мы подсолнух съедим, у нас будут еще солнышки, и 3 стрел не будет нам мешать. Нам нужно хотя бы одну волну тут пройти, и все, чисто для галочки. Какие-то рекорды ставить тут, я не вижу смысла. Еще учитывая, что нам, мне тут некоторые говорят, что кто-то там прошел этот уровень, используя только такие-то растения, и вообще не напрягался, и вообще он прошел это легко, без напряга. Ну так я извиняюсь, мне приводят в примеры тех, у кого видео просто нарезано. Ну, хотите, я вам тоже так нарежу, что я могу все режимы «Я зомби» пройти только малышами, и все. Скажу, я потратил очень много попыток, но чисто малышами я прошел. Очень легко было. Ну, точнее, даже сложно, но я напрягся и смог. Ну, такое я наговорить могу. Если нет конкретного полного видео от А до Я, то это вообще не считается. Потому что, учитывая, что здесь есть чит, прям на этот мод, прям оно идет в комплекте с модом чита, то можно просто паузу поставить или даже вырезать тот момент, когда ты добавляешь себе солнышек, или уменьшаешь количество урона от растений, или увеличишь здоровье зомби. Этот просто момент вырезать и все. И показать начало, середину, конец. Типа, ты прошел. Ну, молодец. Давай так. Просто это вообще, как по мне, не считается аргументом. Если проходишь, то проходи и показывай полностью. Угу. А кусочки нарезать это и я могу. Фу. Ты даже не представляешь, сколько кусков у меня тут нарезано. Ты просто их не замечаешь. И то, я прохожу честно, я вырезаю именно лишнее. Ну как, иногда замечаешь, просто когда посредине волны отрезается кусок. Это ты увидишь. Это я просто уже задолбался, психанул. И то, я поэтому и показываю полностью. Мне говорят, мол, вырезай, делай видео покороче на 10 минут. Но я не вижу в этом смысла. Я хочу именно тебе показать от А до Я, как это можно пройти, понимаешь? Так, ну конус, фу, этот, звезда хотя бы не попадает. Заговариваюсь уже. Зато посмотрев у меня, ты точно знаешь, как это пройти, что нужно сделать, чтобы выиграть. Все, понимаешь? Без рассказов каких-то мифов. Ага. Но надеюсь, не съест. Очень сильно надеюсь, что не съест. Опа, он... Пальмочка останавливает шахтеров? Ты видел? Так, козел вонючий. Падла, давай... Так, подожди, давай сначала... Я, давай, ты где? Футболист, иди. Так, что нужно? Давай здесь конус пойдет. А, давай тут срочно шахтер, пока он съел. На третью линию не могу шахтера, потому что он на мини подорвется. Но то, что шахтер съедает пальмочку, вот это вот я не знал. Вот это, наверное, мне бы когда-нибудь немножко, наверное, бы повезло. Помогло. Так, футболисты что-то двойной архострел справляется. Это странно. Хотя это потому, что он очень долго стоит возле ореха. Так-то с футболистом супер сложно справиться. Угу. Успел съесть, красавчик. Так, давай-ка, я не знаю, туда. Давай так. Дойдет? Нет. Ну, у кукурузы очень мало здоровья. Нет, он отрыгнет. Зашибись. Он сейчас съест... Да-да-да, металлического. Так, где ты? Подожди, давай тут иди.
И давай, подожди, конус справится, не уверен, давай ведро на всякий случай. Просто очень много зря солнышко потратил. Хотя зачем я тут напрягаюсь, опять же, я не понимаю. Я просто зашел, чтобы золотой подсолнух собрать. Угу. Особенно мне нравится, когда делают, мол, прошли какой-то супер, ультра, мега, хардкорный мод. Всю игру, все мини-игры, все приключения и умещают это в 10 минут. Ты хорош, хорош. Это высший уровень монтажа. Прям красавчик. Так. Ну давай быстрее, иди доедай. Иди доедай, говорю. Угу. Ты прекрати ты его откидывать, а? Ты что, издеваешься? Давай доедай. Отлично. Так, две волны зачем-то прошли, хотя после первой уже можно сливать. Ладно, давай так, чуть-чуть, как будто бы сделаю вид, что напрягаюсь. Так, давай так, хотя справиться с магнитом, чтоб его не съел. Да, отлично, о, тогда у нас тут открывается прямо, ого-го, какие возможности. Не уверен, подожди, не уверен, давай лучше так, потому что тут проблема, знаешь, в чем? Если я запущу шахтера, его съест зубастик, это плохо. Тарзанка вообще может украсть, не? Зубастика, или его съедят? Давай так, ладно. Давай шахтера, ну вдруг прокатит. Ой-ой-ой, только побыстрее, солнышко забирайте. Ага, ты же съедаешь еще пальму, точно. И давай еще второго шахтера, если тот его съест. Съест, нет? Быстрее как-то реагируй. Не съел, почему? Он же съедал в прошлый раз. Чё за бредятина? Как мне играть, когда тут растения по-разному себя ведут? Так, а вот это уже проблема. Давай так. Сможет съесть. Но там же остался только 1-3 стрелы, все. Но его, конечно, покалечили уже сильно. Пускай так. Так точно пройдут. Это мы знаем на 100%. Потому что первый будет своим телом защищать. Ну, если второй, конечно, вперед не будет вырываться. Так, вторая линия, конечно, под угрозой. Сейчас, подожди, давай-ка. Шахтера нет. Ну, шахтера опасно пускать, потому что он наступит, ты понимаешь, на мину. О, зашибись, оно вот так еще застывать будет. Классно. Давай, пускай малой пока пройдет. На всякий случай, давай так. Да, потому что с грохострелом он не справится уже. Ага. Так, хорошо, но он хорошим щитом побыл. Так, а нижняя самая сложная линия. Так, и вот так. И потом ведро. Сейчас пускай они его съедят и на мину наступят. Ай, даже не дойдешь до нее, зашибись. Нет, стоп. Беда, 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 беда. Ну давай так. Да, это, наверное, глупое было решение. Надеюсь, успеет хотя бы съесть. Успел, ничего. Вот это красавчик, слушай, это молодец. Ведро, потому что конусы, я уверен, его съедят. Итак. А, ну, наверное, на этом мы и проиграли, потому что на следующем... Че, издеваешься? А как? Там даже конус не может пройти. Слышишь, ты конус мне снесешь, одна колючка. Вот этот вот рандом мне тоже не нравится. Повезет, не повезет. В оригинале я сколько там? 10 волн прошел. Ну там для достижений, по-моему, 10 надо, да? Если не ошибаюсь. Либо 10 вазобоев и 5 я зомби, либо что-то такое. Либо 15 вазобоев и 10 я зомби. Я не помню уже. Но то мы прошли полегче, чем это. Потому что здесь с такими элементами рандома, конечно, может не повезти очень сильно. Но в любом случае, нам не надо тут какие-то рекорды ставить. Хорошо, нам главное золотой подсолнух получить. И мы к этой цели идем и идем и идем и идем и идем. А на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. И скоро увидимся.